безмежно вдячна вам за те, що залишаєтеся з нами. Ефір громадської приймальні триває. Ми розпочинаємо другу частину «Поради лікаря». Один з найвизначніших ораторів давньої Греції, філософ Демосфен, в дитинстві ледве міг вимовити кілька зрозумілих слів та ще й постійно заїкався. Уінстон Черчилль так само мав подібний мовленнєвий дефект, однак його промови стали символом натхнення для британців. Актор Брюс Уілліс в дитинстві перетворив свої проблеми з мовленням на харизматичну гру в шкільних театрах. Їм однозначно є що сказати, а іноді від безпорадності навіть хочеться кричати, однак вони і далі мовчать, соромлячись свого мовленнєвого відхилення. Завтра, 22 жовтня, весь світ відзначатиме День людей з вадами мовлення. Ми ж сьогодні будемо говорити про ранню діагностику і про те, як попередити мовленнєве порушення. Всі ваші запитання на цю тему будемо раді почути вже за мить. Логопед Центру слуху та мовлення «Сувах Київ» пані Інна Гетьман сьогодні є гостею цієї частини. Пані Інно, дуже рада вас вітати. Добрий день. Взаємно, доброго дня. Шановні глядачі, прошу, дійсно, завтра будемо відзначати такий важливий день, який будуть відзначати у всьому світі. Це буде День людей з вадами мовлення. Ми знаємо про те, що досить багато людей, які дісталися досить великої слави, вони дійсно мали такі проблеми, однак це додало їм досить багато сили внутрішньої для того, щоб вони змогли перебороти ці вади. Сьогодні будемо говорити про те, яким чином ранню діагностику проводити мовленнєвих порушень. Будь ласка, 223-0871. Будемо раді почути і ваші запитання на цю тему. Обов'язково долучайтеся активно до нашої розмови. Отже, пані Інно, спочатку хочу розпочати зі статистики. Наскільки взагалі часто наразі можна зустріти ось такі от ранні якісь мовленнєві дефекти у дітей? Прошу. Ну, мы говорим о том, что сейчас многие различные внешние факторы экологии, естественно, и еще много различных субъективных факторов повлияли на то, что сейчас очень много, к сожалению, детей с нарушениями речи рождаются. То есть мы говорим о том, что значит, для того, чтобы ребенок правильно развивался, ну, то есть речь у него правильно развивалась, нужны определенные какие-то факторы для этого. То есть ребенок должен быть как психически, так и соматически здоров, тело, да, иметь нормальное психическое окружение, так. Должен быть, у него должна быть речевая полноценная среда, он должен быть так обладать достаточной психической активностью, то есть видите, сколько факторов должно влиять на то, чтобы ну, как бы ребенка окружить для того, чтобы у него речь развивалась в норме. А я хочу вас запитати, а от найчастіше зараз, наразі, в нашому сучасному світі, яка причина найбільше впливає на те, що у дитини виникає мовленнєве відхилення? Ну, первое место занимает это то, что нарушение нервной системы. Значит, заболевание нервной системы – это приблизительно где-то 20%, 20-21% – это вот и ведут потом к дальнейшим различным нарушениям речевым. Второе место – это у нас занимают это врожденные аномалии. То есть мы говорим о том, что как внутриутробно, так и в постнатальный период дети переживают какие-то ну, стрессовые ситуации, которые влияют на развитие ребенка. Ну, третье место – мы говорим о том, что существуют это психические расстройства, которые уже где-то ориентируют, ну, приблизительно где-то 13,5% вот детей. А вот это тоже очень высокий процент. Конечно, это очень большой процент. Ну, и мы говорим также о большой вероятности. На пятом месте находится заболевание, например, это заболевание слуха. Заболевание слуха – это вот наш центр как раз занимается тем, что реабилитация с детьми с нарушениями речи и слуха. Так, так. Вот. Вот вы видите, какой большой процент влияет на это. Плюс, естественно, наследственные заболевания, отягощенные какие-то, отягощенные патологии наследственные. Вот это ну, очень много различных факторов влияет на то, что сейчас у детей есть как комплексные нарушения, так и локальные. Да, так и локальные. От из 100 детей зараз мы можем сказать, сколько за статистикой будут мати мовленнєвий дефект? Ну, дело в том, что это очень сложно говорить, потому что когда рождается ребенок, вот смотрите, мы говорим, когда рождается ребенок, приходит родитель, мы собираем анамнез, и мы спрашиваем, как протекала беременность, да? Были ли какие-то агрессивные факторы в период беременности, что повлияло на то, что ну, вот, при рождении ребенка, уже потом в дальнейшем развитии, были ли какие-то моменты, или перенесла ли мама какие-то заболевания, даже вирусные заболевания. Это так или... Конечно, это тоже все может влиять на то, что ребенок потом
там у него происходят нарушения психические, соматические, речевые и так далее. Угу. Или постнатальный период. Да, еще мы говорим о том, как протекали роды, была ли асфиксия, была ли гипоксия, это кислородное голодание, полноценно ли, ну, получил ли ребенок, ну, роды были ли физиологические или не физиологические. Очень угу. часто говорят, что ребенок родился, все было в норме. Но когда мы уже начинаем разбираться и говорить о том, что была асфиксия, например, это обвитие или пуповины, или еще что-то. Так, то есть ребенок, конечно, получил кислородное голодание, мы уже не знаем, какие клеточки и как отреагировали, к сожалению, мозгу. Но говорить о том, что вот ребенок это, ну, из 100 детей вот будут какие-то четкие нарушения, мы не можем так говорить. Во-первых, потому что должно быть и социальное окружение какое, как с ребенком занимались, как ребенок развивался, в каких условиях, сколько ему уделяли внимания. Мы говорим о том, что речь это уже видимый процесс, и поэтому существуют предречевые факторы, которые формируются перед тем, как мы уже увидели, услышали ребенка. Да? Поэтому здесь тоже очень много факторов, которые должны, ну, как бы правильно, ребенок должен расти в правильной среде. Когда рождается ребенок, с ним нужно, что делают дети? Лепят, гуление. Это гуление, мы говорим о том, что это рефлекторные процессы, и они появляются у всех народов мира, и практически одинаково. Да? Так. Если у ребенка, например, есть снижение слуха, то лепят, гуление затухают, потому что для того, чтобы, да, для того, чтобы формировалась речь, ребенок что делает? Он сначала накапливает, понимает речь, а потом воспроизводит. То есть формируется импрессивная речь, а потом экспрессивная речь, внешняя речь, правильно? Но если нет слухового контроля, да, и ребенок себя не слышит, когда появляются гуления, что делает ребенок? Он сначала смотрит на родителей. Если родители внимательно, медленно и четко с ребенком говорят, даже простые логотомы, простые гласные, все, и ребенок смотрит, да, ребенок всегда очень внимательно смотрит. Так-так. Он что делает? То есть концентрирующий взгляд, да, тут, вот это тоже предречевые факторы. Концентрирующий взгляд, совместный взгляд, переносимый взгляд, и потом одобряющий взгляд, как родители отреагировали на него. Это эмоциональные факторы, это все, все вместе, все вот эти, потом естественно, появление естественных жестов. Все это формирует речь. То есть речь не возникла вдруг и спонтанно, а все это должно предшествовать. И насколько мы уделяем внимание тому, вот когда родился ребенок, и как с ним общаемся. И говорят, не там, меньше носить детей на руках. Нужно с ними сразу общаться, петь, обращать внимание. Что лучше всего делает человек? Это подражает. Вот как и ребенок. Он начинает подражать, он смотрит на артикуляционный аппарат родителей, он смотрит на их взгляд, он смотрит на их эмоции, и да, таким эмоциональность. Чином полностью конечно, все. Он это все анализирует, а потом это он начинает воспроизводить. Когда появляется лепет, ребенок как бы играется со своим артикуляционным аппаратом, да, то есть он пробует. Сначала он многократно повторяет, например, тот же звук, а потом громко, и он начинает себя слышать, да. То есть и он, за счет того, что если слух в норме, опять-таки, он контролирует себя, ему становится интересно, и тогда он начинает это воспроизводить. Настолько много факторов бывает, которые, естественно, для того, чтобы появилась речь, а не вдруг, когда родители приходят там или после 3 лет, или уже там к 5 годам, ну, если там не выговаривают звуки, мы говорим о том, что это физиологическая дислалия, то есть, ну, это как бы есть физиологическая норма, да, до 3 лет считается, и приходим, там, приходят после 4 лет, или как-то нужно поставить какие-то звуки, вот он не выговаривает звуки, но мы же не знаем, а есть ли в речи аграмматизмы, ушли они, эти аграмматизмы, почему он не выговаривает эти звуки. Но тут еще говорим о том, что, например, если у детей снижение слуха, то речь будет плохо интонационно модулировано, неправильный будет речевой вдох и речевой выдох. На речевом выдохе формируются гласные звуки, вот эти вот длительные, то, что мы говорили. Если формируется правильный речевой выдох, если начинает, вот ребенок закричал, да, он стимулирует свои, как бы, он стимулирует так, уже так. речь. Он не только произносит о себе, о том, что он появился на свет, но правильно тут формируется и дыхание, и стимуляция голосового аппарата идет, и уже артикуляционный аппарат, как формируется, понимаете? То есть тут целый комплекс факторів, надзвичайно багато. Які впливають. Да, да, я вам дуже дякую. Хочу запросити наших глядачів до розмови. Ще раз нагадати, ми говоримо сьогодні про ранню діагностику мовленнєвих відхилень. Будь ласка, 223-0971. Запрошую вас обов'язково активно долучатися до нашої розмови на цю тему. Будь ласка, ставте ваші запитання, будемо раді вас почути. Пані Інно, я вас хочу запитати наразі, який найбільший мовленнєвий дефект, який найчастіше зустрічається наразі у дітей?
детей? Ну, это мы говорим о полиморфной дислолии. Полиморфная дислолия – это физиологически, как бы, я еще раз говорю, до 3 лет, это физиологическая норма, когда дети не произносят правильно звуки какие-то, то есть не сформировался еще артикуляционный аппарат, подвижность, ну, еще не сформировалась мелкая моторика, потому что дети, когда рождаются, мы говорим о том, что сформируется микромоторика, потом мы формируем макромоторику, мы играем в подвижные игры, и к школе формируется мелкая дифференцированная моторика. Вот, ну, так как речи двигательные центры функционируют совместно, вот лобная доля и так далее, это речи двигательные центры, она все расположена рядом, поэтому чем больше мы также стимулируем двигательную активность, и не только общего, но и артикуляционного аппарата, песни, вот мы полностью рассказываем стихи, конечно, мы в целом развиваем ребенка, тем быстрее речь формируется, тем быстрее и четче формируется, еще раз говорю, мелкая дифференцированная моторика и артикуляционного аппарата. Формируется и фонематический слух, дети начинают себя правильно слышать, но если ребенок не произносит правильно звуки, то он и слышит себя неправильно. Если это как бы во временном периоде немного затянуто, то он привыкает и слышит себя неправильно и думают, что это норма, и начинают так произносить эти звуки. А якщо так складається, що у батьків, а можливо, є якийсь мовлення дефект, який не був виправлений, і дитина постійно чує те, що там, ну, можливо, там якась є невідповідність правильному звуку. Наскільки великий відсоток того, що це будуть, то, звісно, будуть копірувати. Я вам більше того скажу, якщо ребенок попадає в якусь середу, де хтось заїкається, вони просто по подражанню теж почнуть це копірувати. Діти все копірують. Я ж говорю, що краще всього ми робимо, це ми подражаем, а тем более и дети подражают, и поэтому вот может сформироваться и неправильное. Ну, нужно обращаться к специалисту. Но нужно обращаться, может быть, я еще раз говорю, а если снижен слух, или если есть еще какие-то более... Додатковые факторы. Да, напряженные факторы, которые влияют на развитие речи, поэтому нужна и ранняя речевая диагностика. Очень важна ранняя речевая диагностика. Ранняя диагностика в целом и ранняя речевая диагностика. Чи можемо ми визначити, що от є якісь певні вікові обмеження або вікові там такі кордони, на яких вже дитина має там певні... Что-то говорить, так, да. Щось має говорити, або там якісь звуки вже... Ну, звісно, ми говорили вже багато разів о тому, що існує, взагалі в цілому існує так називаємо сензитивний період, який ребенок найбільше, ну, як найбільш продуктивний, я би сказала, це період, коли ребенок владіває речью. То есть это, в принципе, считается, что это до 5 лет. До 5 лет ребенок должен овладеть и грамматической, и лексической стороной речи. Ну, то есть и звуковой, да, полностью пользоваться речью уже. Но я могу сказать, что мы говорили о том, что лепит гуление, да, когда появляются там полтора, например, полтора месяца, два месяца у кого-то появляется это гуление сначала, потом лепетная речь. То есть если идут какие-то отягощенные факторы, то у ребенка оно появляется, но потом мы говорили, вот если даже снижение слуха, то затухает лепетная речь. Уже, да, потому что родители, когда приходят на диагностику, говорят, ну он же разговаривал, он говорил. Или говорит ребенок, мама, папа. А дальше речь не идет. А потом она, да, немодулированная. Это, да, естественный рефлекс. А потом она затихает. Потом начинают формироваться уже первые слова, первые предложения, первые слова к году. Ребенок уже где-то около 10 там, слов, 20 должен, ну, после года. Тобто рік – це приблизно 10-20 слів, що має бути обов'язково. К полутора годам ребенок где-то около 100 слов должен уже употреблять. То есть есть такие определенные факторы. Но иногда ребенок больше накапливает и подражает, потом начинает больше выдавать. Но это все может вам сказать об этом специалист, потому что очень часто мы говорим о том, что вот ребенок, например, пришел, и я смотрю, как ребенок реагирует на неречевые даже звуки. Вот, например, неречевые. Потом уже речевые звуки. Почему он не говорит? Почему он не повторяет? Проверяем, естественно, слух и все. Но он не реагирует на речевые звуки. У нас сразу возникает вопрос, а нет ли слежения слуха? А ребенок просто не научен правильно это делать. Он не дифференцирует, не выделяет. Да, конечно, он слышит, когда там громко машина едет там, или где-то, или еще что-то. Он обращает внимание. Ну, может быть, ему или что-то неинтересно, или он не сфокусировался на этом. Но нужно четко научить его дифференцировать. Не речевые звуки,
звуки. Когда он начинает это, вот мы играем, почему играем с игрушками, найди такую же, услышь, ориентировка в пространстве, откуда идет этот звук. Когда ребенок научился с маленького это делать, мы можем потом переходить и к речевым звукам. А в каком виде уже вот такие вот можно вправо работать? Ну, в общем-то, это с самого младшего, год-два, это мы уже делаем, естественно. Плюс есть естественные жесты. Естественные жесты где-то год и месяц, год и два в норме формируются естественные жесты. То есть ребенок не может сказать, но он просит там дай, спасибо, кланяется головочкой, да, там или еще что-то показывает, указательный жест, то, что мы говорили, одобрительный жест и так далее. То есть вот это тоже, вот почему с этим не играть. Очень много сейчас пособий, различных игр. Можно в интернете многое узнать. С ребенком нужно играть. Нужно играть не потом, а строить вот эти взаимоотношения уже сразу, с рождения. Он должен слушать музыку, какие-то сказки. Ребенку очень часто включают мультфильмы, и пусть он слушает. Так. Но он, тут нужно еще сказать, что скорость обработки речевого сигнала у детей замедлена и не такая, как у взрослых. Поэтому, когда мы с ребенком очень быстро говорим, он не может воспринять эту речь. Если мы говорим, да, конечно. Если мы говорим четко, артикулируя четко гласные звуки, речь это четкие гласные звуки, конечно, я согласна, но когда мы четко их артикулируем, мы понимаем друг друга. Конечно. Если родители очень часто говорят, сомкнув как бы зубы с закрытым ртом, ребенок не могут быть, вот я вот специально сейчас утрирую и показываю, ребенок не может повторять. У меня навіть в челепі щось почало. Ну, очень часто, видите, вы говорите четко, артикулируя гласные, четкая речь у вас красивая. А когда родители разговаривают и вот так вот, достаточно быстро, и ну вот сомкнув, дети не будут. И так само будут повторяться. Они не могут повторить, они не понимают, что нужно повторить. Понимаете? Когда мы четко и медленно говорим, еще раз говорю, скорость обработки сигнала и четкость произношения влияют тоже на произношение и на период возникновения, скажем, речи, возникновения первых слов, первых предложений, на правильность грамматического строя, лексического строя. На все это влияет речь нас, взрослых. То есть нужно начинать с первых моментов жизни. Пані Інно, а я у вас хочу таке зауважити. Досить часто, навіть про ось ту літеру Р, про яку досить часто говорять, що там моя дитина досі ще не вимовляє. Але інші там подружки радять таким мамам, кажуть, ну нічого страшного, вона це переросте, все-таки ж мене ще там 5-6 років, це ще може бути. Скажіть, до якого віку взагалі треба чекати і чи слід чекати, якщо дитина там просто не вимовляє ті чи інші літери і фізіологічно так склалося, що вона не може їх вимовити? Ну, что значит физиологически сложилось? Может быть, у него укороченная подъязычная связка, правильно? То есть здесь и прийти в 5-6 лет, если ребенок вот говорит вот таким образом, то есть язычок, как, что говорят в простонародье, приросший язычок, как он может сказать звуки? Здесь будет не только R, но тут будут шипящие звуки, неправильно, L будет неправильно. То есть мы же не знаем, еще раз говорю, то есть диагностика должна быть более ранняя. Посмотреть артикуляционный аппарат, подвижность артикуляционного аппарата, мелкая дифференцированная какая моторика артикуляционная. Аппарата. Какой фонематический слух? Вот то, что я говорила, что мы формируем сначала не речевые звуки, потом речевые звуки. Так, понимаете так. Как? Если все это, в общем-то, как, скажем, в норме, но ребенок не может сказать, то есть у него есть немножечко гипотонус. Ну, то есть, что такое гипотонус? Как бы вялость. Размера. Да, да, такое вялость. Еще, ну, не может поднять язычок. Существуют артикуляционные упражнения, с помощью которых, естественно, вам нужно обратиться к специалисту. В принципе, считается, что до 5 лет это физиологическая норма, если не поставить звук. Но сейчас дети формируются и растут, и развиваются, и созревают, да, намного раньше. Поэтому я всем советую прийти немного раньше и увидеть, что это. Ну, если ребенку еще рано ставить, то почему бы не поиграть и не сказать... Подготовиться. Да, не подготовительный этап. То есть это, например, та же артикуляционная гимнастика. Те же еще какие-то упражнения, дыхательные упражнения. На формирование мы же не знаем, какой голос тоже. А может быть, он монотонный, смазанный, и воздушная струя неправильная, поэтому тоже не получается. Подготовительное упражнение. Дякую дуже. У нас є запитання до вас. Добрий день, слухаємо, ви в прямому ефірі. У мене вопрос такий. Ребенку 4 года. Він дуже енергічний. І коли мама йому розповідає про те, що учить його виговорювати правильно, ребенок дуже внимательно, з преданими глазами, слушает маму, потом кивает головой, что он понял, и побежал.
понимаете? И вот заставить его работать над собой крайне сложно. Он настолько энергичный, и подружка у него такого же возраста. Они не ходят, они бегают, они быстро говорят, они просто энергия из них брызжет. А вот изменить... Вот это невозможно. Что вы можете предложить? Так, дякуємо вам дуже за вашу історію. Ми так і не зрозуміли, у вас є якесь відхилення у вашої дитини, що вона просто наденергійна. Так, поклала слухавку. Ну, нічого. Дякую, що зателефонували. Прошу, 223-0981. Ми говоримо сьогодні про те, яким чином діагностувати, ранню діагностику провести мовленнєвих відхилень. Будь ласка, долучайтеся далі активно до розмови нашої. На цю тему будемо раді почути далі ваші запитання. Пані Інно, ну, якщо ви розумієте, що все-таки є якесь мовленнєве відхилення, 4 роки, в принципі, ми говорили вже, що це якраз процес формування. Формування, да. Що робити? Треба, ну, звернутися до спеціаліста. Нужно звернутися, да, обратиться к логопеду. Обратиться, если логопед, ну, как бы увидит, что есть еще какие-то... Но то, что ребенок активный, это очень хорошо. Он познает окружающий мир, но тут есть еще определенные моменты. То есть, если вот, например, мы говорим о снижении слуха, то ребенок будет очень активный, но он не будет, например, воспроизводить речь правильно. Да? Почему? Потому что он идет так называемая декомпенсация. То есть он познает окружающий мир, у него нет слухового контроля, да, например, если вовремя не одели слуховые аппараты, не диагностировали, если нет реабилитации своевременной, то тогда что происходит? Ребенок познает окружающий мир, то есть, еще раз говорю, нет слухового достаточного контроля правильного, значит, у ребенка не формируется правильная речь, он познает окружающий мир за счет чего? За счет тактильных факторов. Он все это, он быстро движется, он все это как бы пробует. Это також рефлекторно відбувається, тому що потрібно. Ну, как рефлекторно, да, он не контролирует, ему нужно все везде и быстро, он очень подвижный, он таким образом познает окружающий мир. Так. То, что дети подвижны, это хорошо, но то, что вы его спросили, вот, например, вопрос, не вопрос прозвучал, ты понял, а что он должен был понять? Что ты понял? То, что мама ему сказала, ну да, понял, но он услышал маму. А что конкретно? Что, то есть еще раз нужно, ну, более дозированно, четко спросить. Ты понял? Мы спрашиваем взрослого, да, ты понял. Взрослый кивает головой, что-то понял, да, и то не всегда правильно. Так. У ребенка мысли и действия уже побежали далеко вперед. Он уже не помнит, что говорила мама. То есть нужно очень дозированно. Ты понял, что нужно переставить чашечку? Давай вместе это сделаем. Как это нужно сделать? По подражанию. То есть мы формируем как и речь, и все остальное. То есть ребенок сначала смотрит, да, потом вы делаете это совместно, да, а потом он делает это уже отраженно, то есть он делает, вы корректируете, ну, то есть сначала еще раз говорю, сопряженно вместе с мамой или с кем-то взрослым, а потом он делает отраженно, а потом он уже делает самостоятельно. Так, и такие этапы мать у всех, конечно, правильно? Но в всех ситуациях есть такие этапы. Конечно, то есть должны существовать определенные этапы формирования речи, формирования сознания и всего. Он не может одномоментно, ситуативно все схватить, что ты понял, целую прочитать. Читали ему нотации, лекции. Так, он абсолютно. Это просто не может. Очень дозированно, очень четко и показывает. Еще тут такой момент. Ведущая игровая деятельность. Еще и в первом классе, еще в 6 лет даже, считается, ну, даже к 7 годам, что мы говорим, что 50% это игровая деятельность ведущая и 50% уже обучающая деятельность. Поэтому у него ведущая игровая деятельность. Следовательно, все это нужно сделать в игре. Он по-другому не воспринимает. Для того, чтобы еще. Конечно. У него свое восприятие окружающего мира. Значит, поиграйте с ним, сделайте на каком-то сюжетно-ролевой игре. Сделайте. А вот ошибка, где правильно, а где неправильно. Давайте детям всегда выбор, я говорю. То есть не делайте вместо них, не делайте за них, а делайте совместно с ними, давая всегда во всем право выбора. Существует так называемый коридор, в рамках которого детям дозволено все, но за рамками которого... Это просто опасно для жизни. Это не приведет к положительным результатам. Поэтому, если родители сумели сформировать так называемый вот такой коридор, то тогда детям легче. Легче родителям и детям. Они не знают, они хаотично познают окружающий мир. Создайте им эти условия, в которых они действительно вот себя чувствуют комфортно. И вот когда вы уже спрашиваете об этом. Так, дякую дуже. Есть еще запитання. Добрый день, слухаємо. Добрый день. Добрый день. Будьте добры. Скажите, пожалуйста, вот ребенок, мальчик, год и два месяца, да, ничего не говорит, только бессвязные какие-то звуки, поет, ну такое все. Никакого, даже мама, он не говорит. И я его учу слова «дай» и «на». Вот я говорю, он тянет руку, я говорю, скажи «дай». Он, естественно, ничего не говорит. И я ему даю.
Правильно ли я делаю? То есть повторять или, может, не давать ему какой-то... То есть требовать... Ну, я не знаю, що, как его научить, честно говоря. Так, дякуємо. Дякуємо, що зателефонували. Бачите, яка практична життєва ситуація. Да. Прошу. Да. Дело в том, что, смотрите, ты уже опять-таки думаешь, с чего начать. Ребенок году и двум, он поет. То есть я еще раз говорила, что есть предречевые моменты. В каждом речи это ритм, интонация. Вот он поет, он это предречевой момент. Замечательно. То, что ребенок поет, когда поют детки маленькие, очень хорошо, когда они слышат музыку и воспроизводят ее какие-то очень здорово. Уже позитивный. Конечно, позитивный уже, да, очень положительный момент, потому что это один из факторов формирования речи, предречевой компонент. Когда ребенку говорят, скажите «дай на», дело в том, что мы не знаем, существует будет ли гипотонус иногда, иногда гипертонус у детей. И, следовательно, исходя из этого, формируются, например, слоги. И сначала, вот сначала родитель говорит, он сказал «ма», «мама», да, многие, а некоторые говорят, нет, он сначала сказал «папа». Но это тоже зависит от того, какой тонус артикуляционного аппарата. То есть это не потому, что спонтанно, да, какое слово он слышит чаще, «мама» или «папа», естественно, он тоже будет воспроизводить так, так. В первую очередь. Но еще и от этого зависит. Если его просят, скажи «дай, дай, дай», ну, сделайте это, то, что я говорила, с естественными жестами, сопроводите это с естественным жестом каждый раз. Если он не может повторить, и вы говорите «скажи дай», но для этого нужно очень четко сформулировать это, да, дай, очень медленно, спокойно, и при этом, если он сразу будет формировать еще естественный жест, то будет разумение. Конечно, он будет соотносить, что это слово и вот этот естественный жест, они вот обозначают одно и то же, понимаете? Так, то так. Есть, да, в определенном возрасте дети так называемое, вот используют одно слово, так речевые контаминации, да, он использует одно слово, например, ма, и одним словом ма он пользуется, он показывает «ма» и удивление. «Ма» нету, «ма» он называет «мама». Вот таким образом он пользуется этим словом, но сразу проявляет уже разные эмоции, понимаете? Так, так, то есть, так. Видите, это эмоциональное формирование. Он понимает, что... И он видит одобрительную или отрицательную реакцию. То есть давайте его формировать вместе. Да, конечно, это не значит, что у него нужно забрать и вызовет это слово только отрицательную реакцию, он начнет плакать или еще что-то. Или кто-то другой рядышком есть, и особенно если есть старшие дети, вообще замечательно. Или вы поиграете с игрушками, игрушка просит и говорит «дай, дай», но только медленно, да, и четко «дай». И тогда вы даете этой игрушечке. Все это нужно обыграть, а не просто повторить «дай», да? Так, так. Ну вот, но тем не менее, если ребенок не говорит, вы немного понаблюдайте, и я вам советую обратиться к специалисту. Все-таки обратиться. Для да, да, для того, чтобы исключить какие-то моменты, скажем, ненужные, которые неправильно потом так. будут. Дякую. Есть еще запитання. Добрый день, слухаем вас. Вы прямо в эфире. Здравствуйте. А у меня вопрос такой. Вот в каком возрасте ребенок способен строить простые предложения? Вот, допустим, там «мама, дай», «папа, на». Говорили, и еще хочу узнать, вот насколько важна интонация вот, в общении с маленькими детьми. Очень важна. Дуже дякуємо. Дякую. Очень важна, потому что мы говорили о том, что это так называемые еще тоже предречевые моменты, да, это интонация, интонационно модулированная должно быть. Вот мы говорим речь в целом, ну а сначала слово интонационно модулированное. Если у детей вот есть, опять-таки, снижение слуха, не будет речь интонационно модулированной. Мы когда заполняем анкеты, говорим, интонационно ли модулированная речь? Нет. То есть следовательно, то есть неправильное речевое дыхание. Нет. Вот это все уже говорит о чем-то, понимаете? Конечно, должно быть. Речення, но насколько ну, у, извините, да, так, у родителей, да, да, тоже. Речення мають правильно з року, якщо рік, то вже ось такі ну, от да, приблизні. После года, да, год и два месяца вот уже формируются. К полутора годам, мы скажем так, что у детей должны быть уже четкие. Даже год и два месяца у детей должны быть «мама, дай», «папа, на», «я», там «ам». Ну, чаще дети называют кого-то в третьем лице или даже себя, потому что он слышит «Ванечка пойдет». Да, и он также повторяет Ванечка. Детей нужно формировать и учить вот тоже естественные жесты. Я, чтобы соотносил себя, это да, себя. А я у вас хочу запитати, а може бути таке, що інтонація не буде відповідати потрібній емоційній реакції?
Ну, этому мы тоже учим. Угу. Естественно, дети всему учатся. Эмоциональным проявлением. Даже вот проводились наблюдения о том, что даже с животными, если вы говорите какое-то громко, но хорошее слово, да, вот какое-то «ты молодец», ну вот с таким видом, угу, да, угу. Там даже живот, они тоже реагируют вот так. Что сказать про детей? Естественно, они будут «ты молодец». Представляете, если я скажу с такой реакцией и глядя таким взглядом строгим на ребенка, угу. Он не поймет, что он молодец. Но если мы скажем, то есть вот вам, пожалуйста, эмоции, жесты и интонационная модуляция. Тобто речи. Все має бути загалом. Конечно, все должно соотносить, обязательно, они же все воспринимают правильно. Так. А я вас хочу також запитати, пані Інно, з приводу діагностики такого порушення, як заїкання. Досить часто воно відбувається, і можна навіть прослідкувати і у підлітків потім його. Коли слід його виявляти, коли вже слід звертати на це увагу, і від чого саме воно найчастіше з'являється? Ну, во-первых, есть наследственная форма, есть приобретенная, есть неврозоподобная, есть невротическая форма заикания. То есть мы, скажем так, наследственно, если кто-то или в семье, или кто-то когда-то заикался, или ну, где-то услышит ребенок, вот, ну, то есть какие-то факторы, которые... Это реакция вообще, скажем, нервной системы ребенка. Для того, чтобы увидеть, что может возникнуть заикание, когда может возникнуть, есть так называемые речевые запинки. Угу. Когда ребенок как бы спотыкается на одно... В данный момент, вот когда я показываю, да, неправильно формируется речевой... Почему возникает заикание? Это как бы неправильно формируется речевой выдох. Ребенок говорит на речевом вдохе, или даже взрослый человек. Видите, вдыхаем. Когда мы с вами говорим, вот посмотрите, я вдохнула, я как длительно продолжаю высказывать свое предложение. На выдохе. Мы говорим на выдохе, то, что должно правильно формироваться. Если у ребенка возникают так называемые вот такие вот, как спотыкания, да, как, это предвестники заикания, речевые запинки. В каком виде они наичастейшие? Ну, очень часто бывает, потому что вот мы говорим о кризисе 3 лет. 3 года. К 3 годам. Потом очень сложный момент, это когда к 6 годам. Потом это пубертатный период, когда дети развиваются. Даже если возникли речевые запинки, и вот был случай, девочка, вот я даже говорила о том, что к 3 годам, и стали уделять большое внимание, стали работать вот именно над этим вот речевым выдохом. Немножечко такая релаксантная терапия, невролог подскажет, что нужно делать. И у ребенка прошло это заикание, и я говорила, будьте очень внимательны, будьте очень, да, ребенок очень подвижный, гиперактивный такой, и будьте очень внимательно к 6 годам. Но родители дали большую нагрузку и отправили ребенка почти к 6 годам в школу. Да, она готова, умеет читать, умеет писать, и там, или еще что-то такое знает, рассказывает, такая активная. Но для ребенка нервная система еще не сформирована, и была очень большая нагрузка. И у ребенка появилось настолько сильное заикание, что теперь очень сложно. И как от этого избавиться? Это уже должно быть медикаментозное лечение сложное. Но ведь так. Конечно, конечно, только так. Медикаментозное, ну, то есть я еще раз говорю, такая, это реакция нервной системы. Нервная система реагирует на какую-то нагрузку, на какое-то проявление. Ребенок в стрессе находится очень большом. Понимаете? Он не только плачет, а вот проявляется и так. Очень часто и много там появляется у детей НРС или еще что-то, но это другая уже сторона. Это медики вам скажут, неврологи. То есть это реакция на стресс, то есть очень часто бывает, проявляется. Или на какой-то испуг, мы тоже знаем. Тоже это реакция нервной системы. А как бы защитная. Сколько часу слід лікувати, якщо це з'явилося саме от від, ну, от, припустимо, такого прикладу, від такого емоційного навантаження серйозного? Ну, чем больше нагрузка, тем сложнее от этого. Вот видите, я же вам говорю, к 3 годам оно возникло за счет упражнений, песен, релаксантной терапии и так далее. У ребенка прошло это заикание. Но я говорю, будьте очень внимательны и осторожны к 6 особенно годам. Вы наблюдаете, если только появились вот эти речевые снова запинки, то нужно снова это продолжать. Да, вот она хорошо говорит песенки, она уже правильно дышит, все нормально, понимаете как? Но это память. Это память, это как бы такой чужук. И вот напоминание о том, что нужно. Особенно пубертатный период. Здесь и гормональная перестройка, и все. И тоже очень часто бывает, что у детей снова-таки проявляется это. Понимаете? То есть здесь тоже нужна очень нагрузка. Ребенок грамотный, умный, и все. Но не справляется нервная система с нагрузкой.
Понимаете, то есть нужно ее правильно дозировать. Тобто правильно розумієш, що взагалі от навіть до завершення навіть підліткового періоду постійно слідкувати за тим, яким чином взагалі нервово дуже лабільна нервна система, лабільна, очень податлива. І нужно очень, ну, мягко к этому и очень нежно и внимательно относиться. Если дети говорят, что я очень там устала или еще что-то, нужно к этому прислушаться. Так. Не всегда это бывает, потому что он не хочет, потому что ему там, ну, вот где-то не хочется, скажем, не то, что лень, а не хочется, да? Нужно прислушаться к этому. Нужно слушать своих детей, потому что они очень часто говорят, вот я не могу или еще что-то. Почему? Попробовать сделать с ним вместе. Угу. Уделяйте детям внимание. Знаете как, у детей меньше всего этого формируется, если родители вот уделяют, ну, как бы, меньше сложных моментов, скажем, в их жизни, если родители уделяют много внимания. Так называемая, ну что ли, чаша любви, так мы говорим, должна быть заполнена. Если вы пришли, уделите ребенку 15-20 минут, но только ему. Не при этом что-то готовя, гладя или записывая, или сидя в телефоне. А пообщайтесь только с ребенком. Вы посмотрите, какие у вас будут формироваться близкие отношения, и как вы сможете слышать своего ребенка, и как он будет с вами в дальнейшем откровенен. И вы тогда будете его быстрее понимать, что ему нужно. И что он сможет сказать вам об этом. Вот так. Вы почувствуете, что ему нужно. Вот эти моменты. Так что заиканием нужно убирать. Так, я вам дуже дякую, пані Інно, за нашу розмову сьогоднішню. Така у нас навіть вийшла вона натхненна, навіть більше б сказала. Дуже дякую, що ви сьогодні звітали до нас. Пожалуйста, ще дуже багато моментів, о яких можна говорити і уділяти увагу. Можна я ще останній момент тільки скажу, що 3 роки, да, це от такий момент, коли діти більше всього как бы слов получают, то есть за тот период жизни, который они будут проживать, вот самый интенсивный период это в 3, с 1,5 до 3 лет, поэтому нужно тоже уделять внимание, я хотела сразу сказать об этом, очень много читайте, играйте с детьми, и вы увидите, какая будет, да, отдача, а не потом уже постфактум, потом тоже нужно, но сейчас это тоже очень важно. Дякую, дякую вам дуже за ваші поради, я нагадаю, що сьогодні до нашої студії завітала логопед пані Інна Гетьман, на цьому завершимо другу частину поради лікаря, далі на вас чекають корисні поради, де сьогодні Сьогодні ми будемо говорити про стилі та види роликового спорту. Будьте з нами і не перемикайтесь.